Добрый день, мои дорогие тельцы. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Я сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю, 4-10 сентября. Сейчас посмотрим общий фон для вас на эту неделю, что эта неделька вам все несет. Сейчас мы это все дело посмотрим. Так. Итак, мои тельцы, смотрим, что вам принесет эта неделя, 4-10 сентября. Общий фон для тельцов. Так, смотрите, мои дорогие тельцы, вы будете всю неделю как разочарованы, да, но не разочаруйтесь, не погружайтесь в прошлое. Ресурсы Господь Бог вам даст. Все у вас получится. Туда, куда вы запланировали, вы дойдете, перейдете, как я говорю, победу обретете, да. Самое главное, чтобы вы не опускали руки и не погружайтесь в прошлое. Не надо этого делать, да. Вот, как знаете, вас нахлынули такие какие-то эмоции, такие, как я кажу, продуркуватые, да. Они не нужны вам вообще. Вот как было, как шел, как то, как сейчас. Все, как было, никогда не будет. Итак, смотрим дальше. То есть общий фон, вы вот обида, грусть, погружение в прошлое. Ресурс есть, я еще раз повторяю. Он есть, старайтесь его замечать. И ресурс нормальный. Так, смотрим дальше. Начало недели для моих тельцов. Середина недели. Конец недели. Так, в начале недели. Вас ожидают какие-то дороги. Дороги приятные, хорошие. Также само к вам с предложением каким-то хорошим может кто-то идти, вот что-то внедрить, посмотреть, поехать. Девочки, женщины, от вашего парня вы можете, он что-то говорит, куда-то поехать, дорога хорошая. У мужчин также само с транспортным средством что-то может быть тоже хорошее. Середина недели, то, что было мертвым, воскреснет. У каждого свои моменты. Но у многих здесь опять бумаги, документы какие-то, может быть, судебные дела. Суды, там вот это все, что там, где я всегда говорю, погоны. Вот так. Так, в конце недели у вас будет очень хороший шанс, возможность воспользоваться, как рука Господа Бога вам дает, как ценную монету. Та же самая, что там можете получить, продать, купить, обменять. Хорошо. Так, теперь смотрю по работе для моих тельцов. По работе у вас очень хорошо. Вот, знаете, вы решаете, вы управляете, вы взвешиваете. Как я всегда говорю, все рычаги управления у вас. Последнее слово за вами. Не за кем-то, а за вами. Просто хорошо. По финансам для моих тельцов. Вы в искушении, в соблазне, в азарте. Вот недаром в конце недели вам выпадает, так сказать, что вы меня еще поняли. Огромная возможность, очень хорошая, потрясающая, чем-то заработать, там продать, обменять, купить. Ну, еще немаловажно, но тут мало проиграется подарок. Ну, это так, знаете. Вот и поэтому по финансам вы прям горите ситуацией. Вот, я заработаю, я продам, я обменяю, я то, я сё, я внедрю. Ну, вот так. Деньги складывать я не советую вам. Почему? Потому что на данный момент ретро-Меркурий у нас идет до 15 сентября. Вложите, у вас так все скатится. Ничего там не будет. Вот. Если планируете вкладывать с 21 сентября, это потрясающий день. Просто потрясающий день. Новолуние, да, и праздник огромный. Рождество Пресвятой Богородицы. Ну, в общем, так что все там будет хорошо. Так, теперь смотрю по здоровью для моих тельцов. Смотрите, вы преодолели какие-то заболевания. И еще по здоровью кто-то будет ехать оздоравливаться. Какие-то там профилактории, санатории, там базы отдыха. Ну, это хорошо. То есть это, знаете, вот вы как планируете не в своей стране, а за пределы вашей страны. Так, теперь смотрим личная жизнь для моих тельцов. Ну, смотрите, у многих тельцов личная жизнь натянутые отношения. Вот на этой неделе, да, как бы смотрю, натянутые отношения, вот что-то рухнет, не предвещая беды. Вот какой-то момент, это может быть как конфликтная ситуация какая-то. Вы, может быть, не ожидаете, что ваш партнер вот такой вам ляпнет, скажем так, да, вы просто будете, ого, вот это сказал, да, вот это сказала, вот это поворот. Ну, вот в таком вот ракурсе. Так, теперь смотрим социум для моих тельцов. Так, мои дорогие тельцы, в социуме, вот видите, одному знаку одно, а тут другое. К вам кто-то подойдет, попросит помощи, окажите ее.
как я всегда говорю, финансовая, продуктовая, какая угодно, да, и Господь Бог никогда не подведет человека к тому человеку, у которого нет ресурса. Значит, у вас на этой, ну, у вас на этой неделе будет ресурс, это видно, да, то есть окажите кому-то помощь. Я не заставляю никого, но я обязана вам это сказать. Так, теперь смотрим совет для моих тельцов на эту неделю. Уделите время семье. Семья, семью, своим домочадцам, своим семейным людям, ближайшим родственникам, с которыми вы общаетесь. То есть совет вам, какой высшие силы дают. Уделите время семье. Вот посидите, пообщайтесь там. Ну вот так. Чего не стоит делать моим тельцам на этой неделе? Конфликтовать. Не надо конфликтовать. И еще, мои дорогие тельцы, не берите чужого. У каждой свой ракурс, да? Не берите чужого. Будете наказаны. И сильно, как я всегда говорю, да? Вот. И чем порадует моих тельцов эта неделя? Угу. А вылезет какая-то тайна. Мои дорогие тельцы, тот, кто вас обманывал, тот, кто юлил вокруг вас, вам высшие силы, Господь Бог укажет на этого человека, вы поймете, да? И вот эта ситуация вылезет с обманом, туманом, как я всегда говорю, да? Вот это вас обрадует. И еще, мои дорогие тельцы, не у всех, но у многих будет идти на этой неделе вещие сны, вещий сон. Постарайтесь его запомнить, и вас это обрадует, как высшие силы, как Господь Бог вас как вот натолкнет, да? Вот смотри, прислушайся. Ну, в общем, вы меня поняли, да, то, что я хочу сказать. Но то, что обрадует, порадует вас, обман. Обман. Вот. Тот, кто вас обманывал. И вот поэтому вам чего не стоит делать? Ссориться. То есть вы выявите этого человека, эту гадость, эту скотину, да, и вы уже сделаете для себя, как я всегда говорю, заметочку, да, вы уже поймете, что это за фрукты, как с ним, с ней общаться и вообще, да. Вот. Я всегда говорю, мотайте на ус. Поорать мы всегда успеем, да. Вот. И одна карта из колоды Ленорман для моих тельцов. Что моим тельцам принесет эта неделя? 4 по 10 сентября. Мужчина. У вас может быть взаимодействие с мужчиной. С началом нового. Новый какой-то проект, новое какое-то действие. Мужчина за мужчину. Но также само у кого-то с ребенком связано еще что-то может быть. Вот так, мои дорогие тельцы, я сделала для вас расклад на неделю, 4 по 10 сентября. Желаю всем мира, добра, удачи, благополучия, успеха во всем. Не агрессируйте, мои дорогие тельцы, делайте выводы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем вам, ваша Аста Роуд. До свидания.